Так, приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм, и сейчас мы быстренький обзор устроим ивентов на 11 июня, да. Ну и, в общем-то, смотрите, тут новый модератор какой-то. Значит, Асура от Цуцуки добавлен, да. И, в общем-то, этот Асура от Цуцуки, в общем-то, это, как минимум, ниндзя не этот, не Наруто. А если это не Наруто, то это уже какой-то прогресс на самом-то деле. Потому что уже задолбали столько этих Нарут всяких и так далее. И то есть, зачем нам брать каких-то этих Нарут, если их друг с другом поставить нельзя? Поэтому я удивляюсь вообще, сколько их понавыпускали. И это хорошо, что у нас новый ниндзя. Другое дело, что он наверняка не дешевле у того же Наруто. Ранина будет стоить. Так вот, что я хочу сказать. Посмотрим, посмотрим. Значит, Weekly Strong Ninja тут даются неплохие, в принципе. Хаширама New Year я бы не сказал, что такой хороший. Остальные очень даже прикольные. Значит, тут Recharge Rebate всякие, да-да-да. Причем Anniversary. Уже что, опять это, годовщина? Naruto Online, что ли? Break Golden X, прикольно. Innes Flower, Crazy Sword Machine, Fukuruku Marus, что-то там. Что-то там. Ну, это опять слитки. Да. Что-то Fukuruku Marus, но это Fukuruku Marus магазин вонючий. Это не Fukuruku Marus Deals. Так что ничего хорошего тут ждать не стоит. Firework Festival. Вот здесь вот очень интересно. И руку Сьюит дают. Слушайте, его недавно нам продавали, а теперь бесплатно будут здесь давать. Очень-очень приятно. Хотелось бы, конечно, надеяться на то, что его дадут полностью. И нам не придется где-то его добирать потом. Значит, Lucky Snatch, ну это фигня. Да. Lucky Board. Ну, тут посмотрим, что будет находиться. Time Limited Ninja Recruitment продается, да? А, это, короче, вот тот сундучок вонючий. Где, типа, тоже кто-то интересный может продаваться. Так, Panic Buy и Rebate. Ну, в общем-то, я там закупил катушек, уже успел. Специально, чтобы потратить кучу мункоинов, это делал. Time Limited Charm Rebate. Charm Rebate, да, тоже приятно. Чармы, хотя... Хотя, блин, я их слишком медленно накапливаю. Setsubun Lucky Beans. Вот я забыл, что вот это за ивент. Ну, раз я забыл... А, это ж тут вот тот вот ивент, где, короче, в кота кидать надо. Ну, короче, кто-то демоном котом становится, а другой в него кидает бобы. И в итоге какие-то награды все получают. Даже уже не помню, какие. Значит, и Wishing Lanterns. Вот этот ивент тоже интересный. Потому что здесь купоны дают. И, в общем-то, что я могу сказать? Не такая уж и хорошая неделя. Особенно, если это действительно неделя anniversary, то есть годовщины. Могли бы что-то получше дать. То есть, кроме... Хотя, ну, и рука, да. И рука плюс какие-то бонусы дают их. И этот... Wishing Lanterns. Хотя Setsubun Lucky Beans тоже ж фри-ту-плейный ивент. И тоже довольно неплохой, насколько я знаю. Значит, Asura Around и что-то там. Многих еще не выпустили.
Да. Асура добавлен до 10 хвостого Мадара. Его, короче, скилл Триал. Акацуки Суигетсу, Карин, Джука, ГНВ, Мадара, Скиллс, Триалс. Talk about Ninja Exams, Updating Tsunade. Улучшить Цунаде. Добавить level cap, increase, то есть увеличить level cap. Вот, кстати, это круто. Level cap нужно давно повысить, чтобы донатеры от нас ушли. Я, кстати, умудряюсь получать опять первые места. По крайней мере, на последних Sage Wars Battlefield я занимал третьи там места. Это уже неплохо, это свитки дает. И довольно много рефайнов. Ну, в общем-то, если честно, триалы для Мадары... Нафиг, нафиг триалы для Мадары. Это хорошо, что они их не добавили. Значит, что я могу сказать? Как-то, кстати, здесь мало этих обновлений. А вот, видимо, я очень хорошо успел. Значит, this is a joke, the game is crashing badly, that is nothing to do, так. Каждый раз, когда использую тачи кимоно, я молюсь, чтобы игра не крашнулась. Ну так а нафига ты этого Итачи Кимоно используешь? Дебил, что ли? Итачи Кимоно, он не такой крутой ниндзя вообще. Ирука Сьюит, Нани. Почему? А чё плохого Ируки Сьюити? Пусть будет, в принципе, для коллекции. Я, правда, не знаю, чем он лучше обычного скиллброшенного Ируки. Да ладно. Так, улучшите игру уже. Здесь уже ничего не осталось делать, что-то там. А, вот, кстати, немножко оформили. Да, по-нормальному оформили, как вы видите. Ну, что я могу сказать? Ну, могло быть гораздо лучше, конечно. Плюс вот эти вот чуваки постоянно пишут, что типа не добавляйте новых ниндзя, а добавьте типа настоящее обновление, улучшение самой игры. И действительно, я как бы с ними согласен. Ну так что вот такое вот обновление. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Ивенты. Ну, ивенты. Ну, у нас и сейчас как бы ивенты не такие уж и крутые. То есть, по сравнению с предыдущей неделей, я бы не сказал, что они ухудшились. Тем более, что у нас арена 3 на 3 остается. Собственно, то, что было добавлено. И вот с нее мы берем основные бонусы. Однако, немножко обидно. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.